Сегодня в Тараз прибыли 50 детей, пострадавших от паводка в Актюбинской области. Учащихся на вокзале встретили сотрудники областного управления образования. Теперь актюбинские дети не только получат образование в Таразе, но и примут участие в оздоровительных программах и им окажут психологическую помощь. С раннего утра детей встретили с распростертыми объятиями таразцы. Возраст детей от 10 до 14 лет. Нас радостно и тепло встретили здесь, в Жамбылской области. Мы благодарим тех, кто это организовал. Спасибо, что встретили нас. Нам очень приятно. Актюбинские дети будут находиться с 12 по 30 апреля в областном учебно-оздоровительном центре Мөлдербулак, расположенном в селе Грозиково Жамбылского района. Здесь дети не только получат образование, но и поучаствуют в различных культурно-оздоровительных мероприятиях. Мы находимся в селе Грозиково, в резиденции Мөлдербулак, оздоровительный центр у нас. У нас до обеда учебный процесс, после обеда у нас развлекательные, кружковые работы всякие. Мы встретили детей с Актюбинска, 50 детей, мы очень рады. Мы знаем, понимаем, в такой трудной ситуации мы всяческие кружковые работы, мероприятия всячески поможем для детей. Специально будет работать с детьми психолог резиденции в Мөлдербулаке. В центре для детей созданы все условия. Валихан Талгатов, Гульзат Сейдулла Кызы, Руслан Сандыбаев, Айкын Акпарат.